Никогда не путайте мужчин с мужиками. Эти понятия также различны, как женщина и баба. Мужчина даже в самой сильной ярости не станет грубить женщине и тем более не поднимет на нее руку. Мужика же выводить на подобные эмоции опасно, вот прям физически опасно. За ним не встанет и рот тебе закрыть ударом наотмашь, и за дверь зимой босиком выставить, чтобы не выделывалось впредь. Мужчина никогда не станет смеяться над твоими слезами, просто из-за элементарного понимания, что слезы не вода и не льются просто так. Если ты плачешь, значит, что-то тревожит твою душу. Пусть на самом деле это и сущий пустяк. Он не поймет тебя, да и не должен, но смеяться не станет. Мужик же просто поднимет твои переживания на смех и отмахнется от тебя в такой момент. Их женские слезы раздражают. Таких различий сотни, но, пожалуй, самое главное, рядом с мужчиной женщина беззаботная и счастливая. Рядом с мужиком, перегруженная проблемами и выносливая. И вот если задуматься, каждая хочет встретить мужчину и избежать мужика. Но всегда стоит помнить одну простую истину. Мужчин тянет к женщинам, а мужиков на баб.